Всем доброе-предоброе утро. Мы уже сейчас собираемся. Я все-таки, смотрите, отрезала вот эти вот цветы. Поставила их в вазу. Ну, потому что они лежали непонятно как, непонятно где. А эти пускай, не знаю, лезут, цветут. И вот так вот у меня стоят в горшке. А то лежали как дураки на столе, как-то непонятно. Сейчас пойду завтракать. Чарли Браун уже позавтракал, он печеньку свою сожрал. А я, у меня там хамончик есть. Делаю бутерброд себе с хамончиком. И пойду с Чарли погулять. А потом кое-куда едем. На улице сегодня, походу, будет жарко. Я оделась вот так. Сверху одела такой, как бы, шарф. Как он еще-то называется, не помню. Палантин. Но он лишний. Хотя мы едем сейчас в Гранаду. Как всегда, муж по делам, я по магазинам. Вот. Ну, совместить приятное с полезным, как говорится. Заеду в русский, кое-что куплю. Семечки хочу, знаете, какие? Такие, чтобы сырые, самой жарить. Вот. Селедочки возьму. И, ну, естественно, в Неваду заеду. Шопинг посмотрю. А, кстати, нет. Даже знаю, зачем я поеду. У меня пришло вот такое, ну, как на купоны их, да, присылаю, да, от вот этой вот Yves Rocher. И там, в общем, я набрала уже сколько-то там достаточное количество пунктов, баллов, не знаю, как их назвать. И, в общем, хочу взять себе духи. Я туалетную воду всегда вот такую беру там. Вот такую. Очень мне нравится. Видите, гратис бесплатно. Стоимостью 51 евро. Вот это пахнет обалденно. Вообще так пахнет. Мне никакие ароматы дорогие, дешевые. У меня, знаете, есть дорогой парфюм. Но я им не пользуюсь. Потому что мне вот эти вот... Просто я от них балдею. Пахнут долго. Даже потом стираешь... А одежду, и все равно она пахнет, представляете? И на лето такой запах очень мне нравится. Вот. Ну и кремами я тоже там пользуюсь оттуда. Крема у меня есть. Что еще? Тоник, умывалка. Много косметики. Мне нравится. Нет, я, конечно, меняю там. Могу менять. Могу... пробовать другие. Например, с Меркадоной тоже вот пользовалась. Крем за 5 евро, но он не понравился. Но у меня его, знаете что? Муж обнаружил и, короче, мне весь его использовал. Представляете? Ой, говорит, такой классный, он мне так понравился. Я говорю, зашибись, кто не понимает. Так вот. Да, у меня муж любит вообще моими пользоваться духами, дезодорантом. Теперь, видите, кремом. Представляете? Духи ему, а говорит, ну тебе же нравится, значит, и мне подойдут. Я от него раньше прятала, до тех пор, пока я на него так конкретно не наехала, не накричала, как говорится, что у тебя свои есть, и пользуйся своими, и вроде как не трогает. Ой, не могу, и смех, и грех. Так что, что еще хотел сказать? Не знаю, жарко, жарко. Очки свои летние одела уже, представляете? И прям чувствуется, прям парит. Еще вчера дождик был. Хватит болтать. Перейдем к делу. Ну вот перед отъездом с Чарли погулять. Время у нас даже нет, 9:30 еще. Поедем 9:30. А там уж в банк уехал. Тоже по делам. Ну, в общем, знаете, по каким делам? Он тут карточку посеял свою недели две назад. И вот за ней-ка, за карточкой поехал. Ее уже давно, правда, привезли, но он постоянно забывал. Сегодня я ему о ней напомнила. И он заехал, поехал. Представляете, посеял. Ну, бывает что. С кем не бывает. Ладно, где этот-то? Вот этот бегает, бегает. Мы его дома оставим. Жалко мне его так дома оставлять, но... Да, ну а что делать? С собой не повезем, нельзя. Я уже в Неваде, как вы могли бы заметить, взяла свои
духи. Смотрите, 100 миллилитров на халяву. Я, в принципе, этого и ждала. У меня есть еще один целый флакончик, но я ими пользуюсь часто. И вот взяла другие. Обалдею. Обожаю этот запах. Сейчас зайду в Пимки. Здесь что-то все по 50%. Очень интересно. Сейчас это мы спрячем в сумочку. И буду ушляться по магазинам. Что тут? Смотрите, куртки 17 евро. Но они уже не актуальны. Уже жарко у нас. Буду смотреть. Все, я уже находилась. Нифига ничего не купила. Ну, кроме сережек. Несу бокадию, бутерброд с хамоном мужу, типа он есть захотел, и сало купила. Себе сало купила с прослоечкой и берега. Что-то мне заходилось. Вот такой кусочек здесь у нас 160 грамм, евро 42. Хорошее, наверное, вкусное. Вертолеты летают. Сегодня такая жара. Вот стою, жду, когда приедет за мной, и поедем сейчас домой. И вам покажу сережечки, потому что муж поедет сразу на работу, а я домой буду кушать. У меня там размораживается еда. У меня на такие случаи всегда в заморозке валяется. Какие-нибудь баклашечки, или как их назвать. Смотрю, где он есть. Может, тут где-то стоит и ждет. Он там дела свои делал. Чарли, кстати, с нами приехал, представляете? Я говорю, что это? Дома оставлю? Не, давай повезу. Не знаю, в машине, наверное, сидел. Пипец. Так что наш Чарли везде с нами ездит. Прикол, да? В Неваду приехал за салом. Смотрите, какая серая Невада у нас заснеженная. Смотрите, какая красота. Сколько еще снега. Я, правда, не знаю, видно вам или нет. Я потому что в очках. Мне кажется, видно. Вообще супер. Красота какая. Лепота, красота. Так, ну что, буду звонить, спрашивать. Потому что он может и в другое место уехать. А я тут могу стоять до скончания века. Поэтому надо разъяснить ситуацию. А вот мои покупки. Килограмм семечек. Я даже не знаю, крупный, не крупный. Зефир. Пряников аж 3 упаковки, потому что муж любит тоже пряники. Он, наверное, полупаковки, да даже больше в день съедает. Манку купила. Манку беру в Карифуре, но так как он у нас... Я была в русском, взяла такую на хорошие. И 2 селедки. Селедки я сейчас прям сразу по пакетикам разложу и заморожу. И сало. Но сало это не в русском. Это вот все в русском. Вот, разогреваю себе еду, буду кушать. Всем приятного аппетита. Купила себе сегодня гигиеническую помаду, специально, чтобы мазать губы перед выходом. И забыла ее намазать, представляете? Зачем купила? На улице так хорошо, тепло. Куда иду? Иду в Меркадон. Вот. Сейчас мы с Чарли прогуляемся. Нас там муж ждет в Меркадоне уже. Вот. И за продуктами, в общем. В холодильнике мышь повесился. Кроме одного йогурта ничего нету. Боже, как все это пахнет. Все это цветет. Все это пахнет. Чарли новое место. Он вообще не понял, где. У нас здесь рынок. По пятницам и вторникам на этом месте рынок. Смотрите, как все цветет. Время уже, кстати, 8 часов. Видите, уже только темнеет. Ну, какать моя рыба. Смотрите, как классно. Передумал. А вот белые цветочки тоже пахнут обалденно. Смотрите. Везде поилки. А что-то, когда на рынок хожу, ну, раньше хода не работала, ходила очень часто. Ну, как очень часто, каждый вторник и пятницу. А сейчас работаю, не получается. Чарли никак места не найдет. Ходит вот. Не нравится ему, понимаете, туалет. Все, ушел, нашел. Вот так. Там вот уже немножко Меркадона. Что я тут набрала? Лук для стиралки. Господи, как он. Ну вы поняли, что белье нежное было. Булочки мужу, хлеб мужу.
арбуз взяла. Дынь лежит в магазине. Ой, в холодильнике невкусная. Решила арбуз себе купить. Не знаю, вкусный, невкусный. Килограмм у нас сейчас стоит €73. Яблоки вот такие. Ну, они дешевые. Компот хочу сделать. Много сухофруктов. Это вот чернослив. С косточками взяла. Мне больше нравится с косточками. Финики тоже с косточками. И абрикоса. Абрикос, в общем, сушеный. Сыр. Вот такой. Это курица уже порезанная. Хочу с вином завтра сделать. Покажу вам рецептик. Это вот такие вот кусочки мяса. Это муж заказал. Это типа, знаете, сальтисон в России есть. Из, делается это из головы. Вот такой вот. Ну, типа сальтисон, да. Йогурты тоже ему. Я такой не люблю йогурт. Я вообще йогурты не очень люблю. Чай без кофе, без теина. Вот такие вот дела, оливки. Я думаю, что это те самые, которые я очень любила. Вкусненькие. Клубнику взяла. Пахнет вкусно. Это вот, когда вспоминаю, типа Актимеля, то покупаю. Могу и не вспомнить. Огурцы, 3 помидора и 6 килограмм апельсинов на сок. Все, больше ничего не купила. Все, пойду я в душ. Время уже поздно. Надо умываться, быстренько все делать. И буду с вами прощаться. Видите, какой у меня сегодня день насыщенный был. Буду прощаться с вами до завтра. Завтра у нас рабочий день. Еще надо что-то придумать, что приготовить на завтра. Или уже завтра приготовлю. В общем, нет, я, наверное, завтра. Я что-то сегодня так устала, что не знаю. Завтра что-нибудь придумаем.